Всем привет, вы на канале Алиса Шоу. Сегодня у нас необычное видео, а первый челлендж на моем канале. И сегодня вместе со мной будет участвовать мой папа. А чтобы было интереснее, мы решили добавить приз. Полтинник. 50 евро. Мы решили сделать челлендж, который будет состоять из трех раундов. В каждом раунде будет по 4 напитка. И победитель раунда получит сердечко. Итак, первый раунд! Round one. Fight. И первая у нас сегодня будет Алиса. Хорошо. И начали. Итак, в первом раунде у нас Фанта арбуз, Фанта обычная, Чупа-чупс и Кока-кола. Так, что это? На что похоже? Фанта. На что похоже? Кока-кола. Итак. Чупа-чупс. Фанта арбуз. А это просто фанта. Следующий желтенький у нас. Это кока-кола. И последний. И это чупа-чупс. Ура! Теперь очередь папы. Папа, пробуй. Давай. Только не смотри. Что? Это что-то необычное. Это либо чупа-чупс, либо арбуз. Даже не знаю. Ну хорошо. А потом... Тоже что-то необычное. Это фанта. Это самое простое и... Кока-кола, фанта, арбуз и чупа-чупс. И я угадал. Так что в первом раунде у нас дружеская ничья. Переходим ко второму раунду. Round two. Fight. Во втором раунде у нас персиковый сок, яблочный, ананасовый и Пикачу. Попробую угадать, где что. А, газики! Итак, что ты думаешь? Это персиковый сок. Это точно Пикачу. Это яблочный, это ананасовый. И... Два угадала, два не угадала. Пробуй. Пробуй. Итак, давайте. Да! Это что-то противное было. Я, наверное, это укусила тебя за язык. Все, это пика-пика. Извиняй, это за язык. Это очень похоже на персик. И... Это... Это, наверное, ананас. И Пикачу! Пикачу тебе как за язык? Как его можно пить, да? Ой, я Пикачу люблю. Чу? Ананас? Персик и яблоко. И папа угадал. Все. Победил папа, значит, я ему клею наклеечку. Вот здесь. Все. Финальный раунд. Раунд 3. Fight. Тебе сегодня нужно угадать, где у нас молоко, вода, йогурт и какао. Хорошо. Это, наверное, холодное какао. Вода. Йогурт. Молоко. И... Ой, наоборот. Пожним для папы раунд. Пойму вот этот и добавлю кладбище. И все. Эй! Да? Пробуй. Итак, что же у нас здесь? Ну, это холодное какао. Йогурт.
Водичка. Как ты догадался? И молоко. Что здесь такое? Разыграла, все. Разыграла. Хорошо, давай тогда. Это ты у меня выдумщица. Давай тогда в сегодняшнем челлендже победила дружба. Ну, давай. Мы вместе прогуляем эти деньги. Да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и... ставьте лайки.